Хорошего всем настроения! С вами я, Рита Че, и вы смотрите очередной выпуск дневников детской новой волны. Говорят, что такой мощной подготовки, как на конкурсе «Детская новая волна», нет ни в одном телевизионном конкурсе. Когда ребята выходят на сцену, они чувствуют себя настолько уверенно, что даже маститые артисты отмечают их профессионализм. Это выдающийся конкурс. Почему? Потому что он раскрывает совсем юные, совсем еще маленькие, но уже какие-то фантастические бриллианты. Посмотрите, на каком уровне все. Здесь все вместе, все звезды сошлись, пазл собрался, как говорится. И это достояние нашей большой страны. Ну, ребята замечательно поют и танцуют. Во многом лучше, чем многие наши взрослые артисты, между прочим. И здесь такая концентрация талантливых детишек и взрослых, поэтому просто мы наслаждаемся сегодняшним вечером и выступлением наших замечательных конкурсантов. Друзья, признайтесь честно, вы когда-нибудь мечтали оказаться за кулисами? Мечтали, я же вижу по глазам. Сегодня, кстати говоря, у вас есть уникальная возможность там оказаться. И все благодаря моей коллеге, выпускнице детской новой волны Зине Куприянович. Все внимание на экран. Сейчас вы увидите ее отчет. Здравствуйте, зрители Муз-ТВ. Меня зовут Зина. И сегодня я вам расскажу все о жизни за кулисами детской новой волны. Я надеюсь, вы помните, что наш конкурс проходит в Артеке. К слову, его площадь просто огромная. Наш Артек больше княжества Монако. И, кстати, в этом году ему исполнилось 90 лет. А экскурсию мы начнем со сцены. Ребята, вы не представляете, как здесь классно. Как здесь классно? Классно. Организаторы конкурса Академии популярной музыки Игоря Крутого постарались на славу. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит: «Доброе утро!» А я не слышу, будто он сжал мне руку сильно. А дальше, как бывает в лучших фильмах. Добрый вечер, дорогие дамы и друзья. Привет, ребята, что вы делаете? Мы репетируем наши подводки. Наши подводки. Да, у нас читка. Читка. А что такое читка? Читка. Это прогон полностью всего текста, всего сценария, который... Чтобы мы наизусть знали все и подсматривали. Да. Хорошо, не буду вам мешать, репетируйте дальше. Спасибо. Так, в первую очередь, это моя очередь. Подожди. А у меня брови накрашены. Паш! А давайте посмотрим, как дела у наших конкурсантов. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Аня. Ты волнуешься перед выступлением? Пока что волнение отсутствует, но уже ближе к выступлению буду очень волноваться. Как ты будешь бороться с волнением? Я просто закрываю глаза и вздыхаю. Самое классное место, которое обожают конкурсанты, это бэкстейдж. Здесь здорово фоткаться, особенно со звездами.
Как бороться с волнением? У каждого свои какие-то методы, но все равно ты постоянно волнуешься, и совсем не волноваться невозможно. Ну, если только тебе это совсем не интересно, наверное, тогда да. Но такого же не бывает. Волноваться надо обязательно, но при этом надо быть на 200% готовым к любым неожиданностям. На сегодня все, ну а я пошла готовиться к выступлению. Всем пока!